Мне кажется, что особенно надо сделать, наверное, акцент на этом и на медалиемких видах спорта, потому что там всегда есть шанс еще попробовать в другой дисциплине. Не получилось на одной дистанции, может получиться на другой и так далее. То есть где-нибудь может быть вот такой прорыв. Поэтому они как в хоккее, вот одна игра проиграна и все, привет, поехал домой. Также там в фигурном катании вот ты откатал и у тебя вот там только 4 медали есть. Для того, чтобы подготовиться команде к Сочи, этих катков достаточно. Если мы говорим про в целом развитие спорта конькобежного в России, этого мало. Нам нужно еще, как минимум, я считаю, где-то 3 катка. Это должен быть каток в Чите, это на Дальнем Востоке, у нас нет ни одного катка. Это должен быть каток в Санкт-Петербурге, где очень хорошая школа конькобежного спорта. И всегда была исторически, она, кстати, конькобежный спорт пошел из Санкт-Петербурга. Поэтому и нам нужен каток еще, наверное, я думаю, в Свердловске, потому что в Екатеринбурге там тоже очень хорошие традиции.